Що ж, друзі, доброго ранку, ще трошки зовсім часу, і за вашими проханнями ми знов запросили веселого, позитивного, головне, інформативного і корисного гостя. Друзі, зустрічайте Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Доброго ранку. Доброго ранку. Хочу глядачі вас бачити, тому що корисну інформацію ви даєте, прямо навчаєте нас усіляким бойовим мистецтвом. І, до речі, чому? Тому що дуже багато зараз гвалтувань, всяких грабіжів, і хочеться від вас іще якихось уроків, уроків, уроків. Як я розумію, сьогодні ми будемо говорити про лікті, як бити ліктями. Це, кажуть, одна із найміцніших і найсильніших ударів, так? Да, правда да, це да. Чи ні? Вам слово. Здравствуйте, ще раз, телеглядачі. Ми розговорилися. Вибачте за мою державну, так. Да. І так, локті. Локті – один із самих мощних видів, скажімо так, вооруження чоловіка. Один из видов, потому что сейчас кто-то начнет скажет, там колени есть, ребра есть, мы сейчас не об этом говорим, говорим о локтях. Значит, локти. Правильный удар нанесения локтя. Вы знаете, человек это биомеханическая такая система, которая может быть как сильная, так и слабая одновременно. Локоть. Для того, чтобы не травмировать локоть, кисть руки, нужно разворачивать, скажем, лицом, кисть лицом к противнику. Вот так вот. Для чего? Потому что здесь сустав. Когда вы разворачиваете, сустав становится плотный, и при этом, когда вы будете бить или отрабатывать удары, он не разрушается. Это одно из первых правил, так же самое, допустим, нижний удар и тоже разворот. Итак, по поводу локтей. Удар наносим локтем, локтем, не предплечьем. Можно, конечно, предплечьем, но мы сейчас не об этом правильно говорим, говорим о локтях. Ирина будет не ассистентом, но, я так понимаю. Господи, боже мой. Да, да, да. Итак, значит, локоть, смотрите. Удар локтем. Если к вам пристают или там чего-то как-то... Самый лучший удар, да, очень быстрый, очень молниеносный, наносите удар в челюсть или вообще в голову противника, не имеет значения. Можете делать прихват сзади рукой, да, при этом желательно бить корпусом, то есть всем плечевым поясом, вот так вот, да, бам, да. Теперь другой момент, это один из, просто вот кто-то что-то пристает, вы бум сразу. Есть другие моменты, да, есть другие моменты. Вы можете, допустим, если кто-то цепляется к вам сзади. Так, если сзади заходит. Вот, сзади, вот, представим, нет, теперь ты ко мне пристаешь. Вот, удар сзади, просто там возьми как-нибудь. Удар сзади, так же самое. Желательно наносить его немножко сверху. Давай немножко так вот боком встанем в камере, да. Наносить его сверху, почему? С таким обычным горизонтальным движением вы можете просто банально не попасть. Почему? Потому что девушка чаще всего, вернее, парень чаще всего выше. Угу. То есть будем считать так. Поэтому лучше бить сверху, удар сверху наносится. Вот сейчас Ирина попробует. Я вот большой мальчик. Встану, вот я пристаю. И, например, левым локтем удар сверху вот в область лица переносится. Да, вот так вот. Еще один момент. Так же самое, девушки очень, ну скажем так, ниже парней. Поэтому лучше наносить, еще один как вариант, наносить удар снизу. Снизу в челюсть, так же самое, плохого мальчика. Вот, да. При этом можно, опять же, накрывать рукой, бить. И у нас что мы имеем? Мы имеем следующее. Взяли, прихватили. Удар снизу. Можно так же самое удар сбоку. При этом, если вы попали вот такими ударами, то я вам думаю, точно гарантирую, что человек будет... Ну, по крайней мере, уже не захочет с вами ничего делать. Знаете, если тендитна девчонка вот так ударит, так? Удар наносится, опять же, как бы, надо наносить уверенно. Тут сам вопрос не сколько в самом локте, как бы, удар, а должна быть уверенность. То есть, если вы решили действовать, действуйте. Угу. А не так, что я буду действовать, а вдруг он что-то там, то есть, такого не должно быть. То есть, или бейте, или не бейте. Ну, это ж треба ще зорієнтуватися, це ж він підходить, а мені йому... А тут орієнтир какой? Вы же понимаете, что... Давайте так, мы сейчас рассматриваем ситуацию, никогда вас воруют. Ну, то есть на машине подъехали. Все одно ж раптово подходит. А раптово подходит обычно, эй, девушка, если вам он не нравится, вы что говорите? Нет, сначала вы говорите, отойди от меня. Ну так. Вот, если я не понимаю, я к вам, после этого удар наносится, бум, сразу. Все просто. Давайте сейчас вот сымитируем такую. Вот я подхожу, ой, девушка, какая вы красивая. Ты меня отталкиваешь, говоришь, ну, плохой, если я не понимаю, а я не понимаю, я ж плохой. Uh-huh. И я, и бум, только немножко ручку вот так, и вот сюда, бам, вот так. Чтобы его еще так выкрутить, эту руку, чтобы ударить, а если одразу с ноги? Одразу а с ноги. С ноги можно, но, опять же, любой мужчина, в принципе, автоматически закрывает пах. Нет такого, что парень подходит вот так,
тем самым открывают. То есть это как бы болевая, да, болевая точка, к сожалению. Поэтому обычно подходят либо боком, либо всячески его как-то прикрывают. То есть для того, чтобы попасть туда, надо хотя бы его немножко дезориентировать. Угу. То есть там что-то там, о, смотри, там какая-то птичка, пока парень туда удар в пах можно. Конечно, либо просто стопой ноги, угу. Бум, это мы так резко с колени перенесли на ноги, да. Я зрозуміла. Яка ще може бути корисна інформація від вас для жінок? Женщины, самое, во-первых, ну я уже говорил, не провоцировать, это первое. Второе, если уже решили бить, то есть вы должны для себя решить, что вы будете делать, либо действовать, либо бездействовать, потому что, опять же, кричите. Орите, зовите на помощь, я уверяю, что в мире много героев, которые вам помогут, я так надеюсь. Вот. И опять же, если вы решили бить или что-то действовать, действуйте, невзирая на какие-то там моральные нормы или, не знаю, знаете, как вот девушки, вот я занимаюсь во многих залах, и меня девушки спрашивают, а вот что делать, если меня вот начинают как бы пристают ко мне? Я им говорю, ну, извините, не в эфире, вот берете пальцем и в глаз ему. Причем со всей жестокостью, которую сможете. У вас ногти там, маникюр, зачем вы это делаете? Да, вот для этого и пригодилось. Они знаете, что мне отвечают? Ему же больно. Я понимаю, девушки такие милые существа, добрые, ему же больно. Но поймите, человек, который нападает на девушку, это не человек. Это, опять же, не в эфире сказать, это плохой человек. Я просто хотел там сказать грубыми словами. Не варто. Да, это плохой человек. То есть этот человек уже не стоит того, чтобы его жалеть. Ну вот если нормальные люди, мы ходим, мы же не пристаем к каждой второй девушке и начинаем что-то от нее хотеть. Значит, а если который уже хочет или там что-то там уже плохо ведет, так ведите с ним адекватно. Потому что если вы начнете, я понимаю, что это не уроки Будды, что к вам со злом, а вы ему добром, когда вас... Это не тот момент, когда добро. Да, это не тот момент, к сожалению. То есть это тот самый случай, когда... его действия, вы являетесь для него как бы уроком. Mm-hmm. То есть он к вам пристает, а вы ему в глаз, и он будет, как говорится, одноглазый, и в данном случае он будет там не будет приставать. А если я ему в глаз, он еще больше раздратуется и захочет... Тоже правильно, очень правильно. Тут, понимаете, момент, когда говорят удар в глаз, надо не бить в глаз как таковой, потому что вы действительно в глаз можете не попасть пальцем. Mm-hmm. Это тот самый случай, когда он к вам пристает, можно еще на секундочку, когда он к вам пристает близко или там что-то пытается, его надо не бить в глаз, а именно выдавливать. Вот примите ли вот так вот его прямо. Ну, да, так, то есть, так, так, я так не сможу зробити, вибачав до вас. В том-то все и дело. Это является, правильно, это является, я понимаю, что вещи как бы такие жестокие, потому что мы вроде как утро хорошее, солнышко светит, зима, мороз и солнце, все красиво, все хорошо, красиво, ведущая. И я говорю такие вещи. Но это мы говорим, когда мы красивые, в студии, все хорошо, и мы такие все хорошие. А когда вы идешь в ночи, да, когда это реальность происходит, тут опять же, девушка должна понять, она, что она хочет, она ну, как бы хочет за себя стоять. То есть, как бы, знаете, этот вопрос, я не могу дать такого четкого совета, потому что я не имею права этот совет давать. Как я могу дать тебе совет, как защищаться, или как, допустим, дать, не дать, или что-то там, если это, собственно, твоя жизнь, ты должна для себя решить. Я могу только посоветовать, подсказать, что вот есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. А какой вариант выберете, ну, это в данном случае, уважаемые телезрители и ведущие, это уже как бы... Но это еще потребно психологично быть налаштованной, так? Конечно, психология, а психология рождается, когда вы... Ну, хотя бы просто в уме прокатываете вариант, а только опять же, не поймите, поймите правильно, когда вы проворачиваете в уме, вы как бы тем самым вроде как притягиваете эту ситуацию, но это не тот самый случай. То есть вы не притягиваете ситуацию, а, допустим, вот, например, такая ситуация случилась. Я, например, вам скажу правду, честно, допустим, я заходя в любой подъезд, как бы не просто захожу, просто зашел, а как бы рисую ситуацию, вот там каких-то три наркомана, что будут делать, так, так, так. Это при этом я занимаюсь боевыми искусствами, но это не значит, что я теперь притягиваю этих наркоманов к себе. Да бог с ними, пусть они там, не знаю, что хотят, то и делают. Но визуализация такого, что делать? Так, так, так. Тогда тело, когда ситуация случится, она будет действовать как бы само. Поэтому это как бы подготовка той самой психологии, хотя бы на уровне сознания. А потом уже, конечно, желательно несколько хотя бы раз попробовать в каком-то зале, побить тот же самый мешок. Опять же, вот еще раз напомню. Локоть, выкручиваете локоть, берете мешок или можете не брать мешок в данном случае и просто работаете вот корпусом, не самим плечом, не плечом рукой, а именно корпусом. Так же самое сверху удары, так же самое снизу, то есть сверху назад удары, те же самые удары снизу. Вы должны вот просто попробовать бум-бум отрабатывать, и тогда у вас будет какой-то... скажем, навык маленький. Тобто тренуватися варто, так? Що таке запитання просили запитати, якщо, наприклад, якусь зброю чи ніж підставляють ззаду, що треба, як варто, що робити? Это так би,
плохой мальчик представляет девушке или вообще? Так, ну, поганый хлопчик девчонки. Або взагалі, не важливо. С ножом, вы знаете, с ножом это достаточно серьезная тема, это как бы так в трех словах, грубо говоря, отмазаться не получится. Да, да, да. Это если, опять же, нож, если к вам, я уже, я не знаю, говорил, не говорил, если вас хотят, мягко говоря, скажем, как вывести со всеми жизни ножом, то у вас, да-да-да, я просто не знаю, как в эфире сказать, это эфир, да, чтобы грубыми словами. Если вас хотят, скажем так, убрать из жизни, то вас не будут спрашивать, дай кошелек, то есть, как говорится, обычное тело проще обыскивать, если уже такой вопрос. Если же к вам представили нож, значит, соответственно, они что-то хотят. Ну так. Отдайте, что хотят. Я, как бы, тут есть два варианта. Мне скажут, вот, вы, например, скажете, ничего не надо делать, не сопротивляться. Но есть, извините, самое главное – это жизнь. Не айфон, извините, опять же, даже не честь и достоинство как таково, главное жизнь. Конечно, люди говорят, что вот лучше быть умереть, чем... Но сейчас у нас мир просвещенный, я не знаю, как это, опять же, вам точно сказать. Вы можете сами выбирать, это ваша жизнь. Хотите быть выключенными из жизни, ваш вариант. Хотите сыграть героя, опять же, ваш вариант. Хотите что-то, тут как бы неоднозначное мнение, я не хочу сейчас со всеми спорить, потому что на каждое мое слово найдется кто-то, кто скажет, вот честь лучше, достоинство лучше, там рыцарство лучше и так далее, но когда вам конкретно представляют нож, вы понимаете, все эти мысли, я работал с ножами очень много, и вы знаете, это ощущение холода, ощущение стали, ощущение блеска, это совсем вот эти меркантильные какие-то мысли, они вообще улетают где-то, я ты сидишь разумею. И думаешь, чтоб тебя только не зарезали, не цунули там горло, и вы не знаете, как бы вот, это при том всем, что я занимаюсь, и все равно мандраж, поэтому тут очень такой, скажем так, сложный вопрос. Отже, дякую вам. Значить, нагадаю, що сьогодні ми говорили про удари ліктями. Значить, нагадайте, що можна бити збоку, знизу, можна навіть іще раз так. Покажіть, як це все відбувається. Отож, поради ми від вас почули. Дякуємо, що завітали. У нас в гостях був Михайло Шелось, президент Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон». Я теж вже так вмію робити. Дякую, що завітали. Сподіваюся, що ви побільш приємним моментом будете заходити до нас і просто будете навчати самообороні. Просто, чтобы вміти.